В Одессе специалист мирового уровня, доктор остеопатии Пьер Ашири провел семинар. Врачам предоставили возможность поучиться у одного из лучших профессоров мира. Сегодня в Одессе состоялся международный семинар, где рассматривалась абсолютно новая тема в медицине – механическая остеопатическая связь. Обучение провел известный французский доктор остеопатии, практикующий метод механической остеопатической связи на протяжении многих лет, друг и соратник Поля Шофура. Возможность провести так званый мастер-класс для врачей доктору предоставил Центр остеопатической медицины «Доктор Гран». При содействии Международной школы традиционной остеопатии в Одессе подобные семинары проводятся довольно часто. На них могут попасть врачи со всего мира. Сам же метод уникален тем, что сочетает в себе классические основы остеопатии и новейшую диагностику. С помощью такого лечения возможно полностью устранить первопричины многих недугов и восстановить функциональный баланс организма. Мы первыми на Украине, можно сказать, привезли остеопатию в Украину. И наш центр занимается остеопатической диагностикой и помощью, лечением пациентов как детей, так и взрослых с различной патологией. Это прежде всего дети с родовыми травмами, это пациенты с проблемами позвоночника, суставов, проблемы нервной системы, головные боли, вегетосудистая дистония, вертебробазилярная недостаточность. Это целый ряд тех пациентов, которым официальная медицина не в состоянии помочь. В свою очередь, сам Пьер Ашири утверждает, что Одесса богата высококвалифицированными специалистами с разных отраслей медицины. Семинар предназначен для специалистов, которые занимаются здоровьем, для того, чтобы они могли улучшить свои врачебные практики и навыки в своей профессии. Речь идет об изменении подхода к работе с пациентом. Остеопатическое лечение призвано дополнять традиционное медицинское лечение. Оно позволяет решить те проблемы, которые традиционная медицина не решает. Люди, которые пришли на семинар, вполне компетентны в современной медицине. Они обладают большим количеством знаний, среди них самые разные специалисты. Стоит отметить, что французский гость уже не впервые в Одессе, и он в восторге от нашего города. Ему нравится прогуливаться по центру и в городском саду. Со стороны Сергея было очень любезно пригласить меня в оперу. Я как раз попал на выступление украинских виолончелистов. Это было очень интересно. На семинар приехали врачи из разных стран. Они утверждают, что многое для себя открыли и гордятся тем, что смогли побывать на таком мастер-классе и поучиться у одного из лучших докторов-специалистов. Я приехала из Риги, из Латвии, специально на этот остеопатический семинар, потому что для меня остеопатия – это очень большой рост как профессионала. Я сама массажист, 25 лет массажем занимаюсь, и вижу, что остеопатические техники, они намного глубже могут проникать в тело человека и помогать справляться с теми проблемами, которые не могут остальные техники телесные добиться. Я потрясена методом, потрясена его возможностями, прекрасный преподаватель. Метод универсален, емок, позволяет сразу получить практический результат на столе. Это улучшает мои качества пальпаторные. А то же самое пациенты это замечают. Улучшается качество здоровья. То есть, ну, они очень как бы благодарны, то есть, за этот метод. Так же самое я. Можно с уверенностью сказать, что данный подход, безусловно, улучшает качество лечения больных, и это еще один шаг развития столь интересной отрасли медицины.